Освобождение хутора Коржевского от немецко-фашистских захватчиков, которое произошло 75 лет назад, знаменует собой и победу над оккупантами во всем нашем районе. Потому имеет для славянцев особое значение. Здесь, в районе прорыва голубой линии, немцы сопротивлялись особенно отчаянно. Но им ничего не помогло, потому что наше дело было правое, и победа была достигнута. Начало апреля для коржевчан – это не только весеннее возрождение природы и бело-розовое кипение цветущих садов. Это прежде всего день освобождения хутора. Праздник, который здесь особенно любим и почитаем. Ветераны труда, учащиеся, представители местной власти и общественности, словом, все, для кого дорог этот памятный день, пришли к мемориалу павшим в Великой Отечественной войне. Помним, что Великая Отечественная война унесла 27 миллионов жизней советского народа. Мы помним, что здесь на мемориале лежат 852 воина. Мы помним, что 5000 солдат навсегда остались лежать у реки Курки. Мы помним, что из 60 воинов-односельчан, призванных в армию, 45 остались на полях сражений. Мы помним тех, кто выжил в той страшной войне, но их нет уже с нами. Вечная им всем память. Глава Славянского района Роман Синеговский подчеркнул, что освобождение района в далеком 43-м продолжалось более 2 месяцев, и оно стоило жизни 18 тысяч солдат и офицеров. Эти легендарные события имели важнейшее значение для освобождения всего Таманского полуострова и в целом нашей Кубани. Мы, сегодняшнее поколение, были и остаемся в неоплатном долгу перед всеми, кто отстоял честь и независимость родной земли, защитил родину и будущее своих земляков. Сегодня с нами уже нет многих участников тех далеких и героических сражений. Каждый погибший для нас – душевная боль. Вечная им слава и вечная память. Да, высокой ценой было завоевано счастье. Об этом помнят юные коржевчане. Они свободу людям принесли, отцы и деды, бабушки и мамы. От рабской жизни целый мир спасли, родные наши, мы гордимся вами. Спасибо вам за подвиг ваш и труд, за детство мирное и небо без угроз. И знайте, в сердце помнят вас и чтут те, кто сейчас к огню слагают розы. В небо были отпущены 75 белых шаров во знаменование юбилея Победного апреля. Затем участники митинга возложили цветы к вечному огню. Многие жители хутора считают своим долгом почтить память солдат Победы, сложивших здесь голову и упокоенных в братской могиле. Здесь мы встречались всегда с участниками войны, даже те, кто не освобождал, а проживал у нас. А их таких было у нас 115 человек. Они ушли уже в мир иной. Но мы в этот день обязательно, или 9 мая, чтим память об этих людях, потому что они жили вместе с нами. Это действительно праздник. Он всегда был и будет таким праздником, потому что есть победа огромная, победа всей страны. Есть победа, можно сказать, маленькая победа нашего поселка. Хотя погибло очень много людей здесь, даже несколько раз больше, чем жило здесь жителей. Празднование продолжилось в Доме культуры, где прошла районная акция «Тебе поем мы, Родина героев». Славянский историко-краеведческий музей развернул здесь экспозицию о 40-х пороховых. И музейный патефон играл песни со старых пластинок. За фабричной заставой, где закаты в дыму, жил парнишка кудрявый, лет 17 ему. Лучшие творческие силы Славянского района порадовали собравшихся в зале хорошим концертом. Праздник завершился, и он получился очень теплым и волнующим. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».